занимаемся всеми работами, строительными, нестроительными. Все, что связано со спецтехникой. Зимний период – это уборка территории от снега, естественно. Летом, естественно, строительное все. От нулевого цикла до завершения уже как бы, до благоустройства. Катапильер, к чему он нравится? Он нравится всем, начиная от внешнего вида до качества техники. Приятно на нем работать. В принципе, взял я его, как бы, этот катапиллер просто для души. Хотел работать уже спокойно, отдохнуть. Но с первого дня у нас как пошло. Без выходных, без проходных. Но всю основную прибыль он и начал тащить, этот катапиллер. На основе этого катапиллера, на основе первого, мы уже достигли и второго. На основе второго мы уже и как бы замахнулись на третий. Вот. Останавливаться не собираемся, как бы, может быть, и наступим на четвертый. Ну, преимущество – быстрота и качество. Нагрузки больше как бы выдерживаются, ну и по времени опережаем как бы других. Катапиллер – это как бы надежная техника по сравнению как с другими, я думаю, равных нету.